Сейчас улица Донбасская находится под пристальным вниманием сотрудников патрульно-постовой службы. Именно здесь в последнее время участились случаи краж из оставленных тут автомобилей. Будни сотрудников патрульно-постовой службы не похожи на приключенческое кино, но именно эти люди следят за порядком и спокойствием на улицах нашего города. Рабочий день у полицейских начинается в 7 утра и длится 12 часов. Нас инструктируют о преступлениях, которые произошли. Участковые, оперативные сотрудники нам дают ориентировки. Дежурные зачитывают ориентировки и проверяют, ну, как мы готовы к службе. Это определенные вопросы, отработка каких-то боевых приемов борьбы и заступаем на службу. При поступлении сигнала о совершенном правонарушении наряд ППС выдвигается по указанному адресу. Что у вас находится в данном пакете? Мусор. Михаил Матынян в правоохранительных органах Ленинского городского округа работает 9 лет. Он рассказывает, что о другой профессии даже не задумывался. Всегда знал, что будет служить в полиции. У меня вся семья служила. Кто в вооруженных силах, кто служил в правоохранительных органах. И, по примеру, брата. Брат у меня также служит в полиции, я решил пойти в полицию. Поступил в университет МВД, ну, окончил, пришел сюда, ну вот нашел себя в патрульно-постовой. Напарник Михаила, старший сержант полиции Алексей Суворов, признается, что по службе часто приходится общаться с разными людьми. Но во всех ситуациях самое главное – сохранять спокойствие. Меня не привлекает работа, там, сидеть в кабинете, там, бумажную работу какую-то выполнять. А здесь очень большое количество общения с людьми идет, с разными. В какой-то степени психология нужна для правильного общения. Уже сразу смотришь, что за человек. Ну, внимательно надо быть. Сейчас в штате патрульно-постовой службы 86 человек. Нередко стражи порядка пресекают не только административные правонарушения, но и раскрывают преступления. Сотрудниками этого подразделения за текущие 7 месяцев было заведено 89 криминальных дел, из них 52 уголовных. В преддверии праздника Михаил Матынян поздравляет своих коллег. От лица действующих сотрудников хотели бы поздравить перед самим праздником ветеранов, пенсионеров, бывших сотрудников. Хотели бы пожелать здоровья, удачи и благополучия. В таком подразделении, как патрульно-постовая служба полиции, есть множество моментов, связанных с риском для жизни. Ведь каждый день эти люди выходят на борьбу с преступностью и выполняют свою главную задачу – охраняют общественный порядок. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.